потушить, оно так... Нахуй! Сегодня ночью в порту Феодосии с эпичным фейерверком был уничтожен БДК Новочеркасск. Вот это, блядь, это взрыв, блядь. БДК Новочеркасск относился к проекту 775 больших десантных кораблей, строившихся в СССР на верфи в Гданьске. Он относился к одним из наиболее новых образцов данной серии, будучи принятым в состав флота в 1987 году. На сегодняшний день у России нет полноценной замены кораблям проекта 775, и россияне максимально эксплуатируют данные корабли, каждая потеря которых для них невосполнима. БДК «Новочеркасск» был тем кораблем из видео, которому удалось уйти из порта Бердянска 24 марта 2022 года. Тогда был уничтожен БДК «Саратов», а вот «Новочеркасску» с небольшими повреждениями удалось удрать. После восстановительного ремонта корабль был занят в логистике россиян, перевозя технику, боеприпасы, а также дроны «Камикадзе» «Шахет-136». С учетом детонации, которую можно было наблюдать в порту Феодосии этой ночью, стоял он там явно не порожняком.